проверять мордушки. Тягун уже идет по дороге. На завтра снегопады передают. Большие у нас в Сибири. Время у нас 5:20. На улице минус 20 градусов. Даже вон окно чуть-чуть затягивает. Сан Саныч у нас в палатке сидит, рыбачит. Я по делам отъезжал. По приезду будем проверять мордушки. Мордушки простояли 1.5 суток. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Приехал я на очередную рыбалку порыбачить и проверить мордушки. Вернее, по мордушке проверить. Порыбачить приехал у нас Сан Саныч. Сан Саныч у нас находится вот в этой палатке замечательной, которая находится сзади меня. Сейчас посмотрим мордушки. На улице такой мороз, прям вообще бодрит. Холодно. Как видим, все покрылось инеем. Лед, наверное, 10 сантиметров точно будет. Сейчас зайдем к Сан Санычу в гости. Посмотрим, что там у нас он поймал, не поймал. Но вот так вот, если сидеть просто так на озере, это, ребят, будет очень-очень холодно. Как видим, ветер развернулся, когда палатку ставили, вот этой, вот в эту сторону дул. А сейчас у нас, получается, начал дуть ветер западный. Так, где у нас? Где у нас замок? Открываем и заходим. Привет, Сан Саныч. Какие люди? Всем привет, давно не виделись. Давно, давно. Ну что, как? Да мелкий, вообще мелкий. Ну мелкий, все. О, ну ведерко наловил. Ну. Ведерко наловил. Совсем миленький. Это вот этот. Одного гальянчика поймал. Ребят, задавали вопрос, показать вам гальяна. Вот он, гальян. Санек у нас на удочку, да, попался? Да. Ну, добыл гальяна. Вот такой вот гальянчик у нас в болоте обитает. Но почему-то его в мордушке категорически нету. Не знаю, с чем связано. Но тоже очень вкусная рыба. Его, по-моему, даже в шелухе на сковородку раньше, да? Не знаю, я вообще ни разу не пробовал. Ладно, попробуешь. Где такую сковородку-то взять под такого гальяна? Ну, я не знаю. В детском мире. Да, надо посмотреть, может, дочь где лежит. Ну что, пойдем? Пойдем. Я замерз, хочу уже это... Подолбить? Подвигаться. Подолбить? Ну все, идем долбить лунку. То есть выдалбливать мордушку. Лед, конечно, будет. Толстый-толстый ледок будет. Ладно, все, принимаемся за дело. Ледокол «Сибирский скиф». Нифига лед. 10 сантиметров. Он толстый какой. Выбор. Покажи ребятам, какой лед толщиной. О, прилично. Ну, короче, есть выбор. Либо весь день сидеть с удочкой и мерзнуть, чтобы наловить ротана. Либо приехать, 5 минут помахать пешней, согреться и поймать столько же ротана. Кто-то говорил, долбить будет. Давай, тут еще 3 майны. Мне достанется. Фух.
Нифига себе. Доставай свою большую поварёшку. На, по работе маленько. Давай. Фух, я хоть отдохну. Вперед, 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 зачем туда? Ага. Стоит мордушка. Мне вчера должны были в нее накидать. Что там? По-моему, печень. Леха приезжал с канала Семеныч. Кто не подписан на канал Семёныч, ссылочка будет в описании под видео. Он вчера мои мордушки проверял. Сказал, говорит, друган, я, говорит, тебе туда накидаю корма. А корм это у нас, по-моему, говяжья печень будет. Сейчас посмотрим. Практически середина декабря. Все, ротан уже все, в анабиоз заходит. То есть уходит. Уже не такой стал активный, а какой-то уже становится пассивный. Не знаю, как у кого ловится, но у нас ловится он обычно до середины декабря. Сан Саныч, проволочкой теперь берите. Проволочку берем. И за красную эту веревочку, ага, подымаем. Ну, вся рыба уйдет, пока так будешь подымать. Нормально. О, отлично, смотри. Замечательные ротанчики. Смотри, крупные какие. Сама то жарить, на жареху. Надо будет отдельно складывать. Конечно, ты что такой? Какой? Замерз, что ли? Ну, есть немного. Сейчас подвигаемся, все ну. Будет хорошо. Ну все, складываю ее, на попа переворачивай и вытряхай. Я не знаю, она вывернется? Ничего. Ох ты, ё-моё. На, держи, я сам вытряхну. Я правда не знаю. Ну как ты не знаешь? Ну как, никак. Вот так вот, смотри, берешь. Раз. И за низ поднимаешь и вытряхаешь. Все, он выпал. Берешь копыта. Это настоящие копыта, на которые ловится ротан. И закидываешь обратно. Что-то в этой Леха не бросил, что-то корма вообще не видно. Ого, примерзло все сразу. Копыта трофейные, уже обглоданные ротанами. Ну надо было горелку взять, еще поджечь его. Ну. Что-то как-то реально слабовато. Ну ротан вот неплохой попадается. Как раз вот такой жаревой ротан хороший. Устанавливаем дальше. Ловись, рыбка большая и очень большая. Все, на месте. Ну вот тут, ребят, неплохой такой улов получился. Потом пересортируем мелкого, как обычно, курям. А крупного пожарим, отжарим. Саныч, вот эту давай. Нет, 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 ты так не делай, кончик не сломай. Надо аккуратненько. Да, 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 да. В сторону только, в сторону не шатай, а то отломится. О, не, дай лучше я буду. Не можешь ты. Опыта мало. Опыт же он такой, как импотенция приходит с годами.
майна готова. Все, теперь берем большую поварешку. Ты что, в муку упал, что ли? В какую муку? У тебя весь последний белый. Давай, чтоб у тебя такая же мука была. О! Две лунки подряд выдолбить. Ну, конечно, лед еще бывает толще. Как уже говорил, за сутки наморозило 10 сантиметров с лишним. Мордушка стоит. Нам еще завтра с тобой предстоит проверять. Проверим. Ну все, бери этот крючок. Что-то прикормки никакой не видно, а? Как я два легких кидал, и все. И тишина, а? Саныч, ты что такой красный? А? Тяжко? Ветер. Во, вижу ротана. Во, тоже отличный улов, отличный. Крупненький, да, какой? Смотри, он растоптанный лежит один. Ну, его кто-то я растоптал, но, наверное, Леха растоптал, да. Даже два. Да. Выходи. Ну, ага. Ага. Почему? Давай. Во. Тряси. Закидывай. Нормально. Такой. Давай, копыт. Ага. Хлеб. Че это? Ротана не закидывай, это легкие. Да что ты прилипаешь-то? По-моему, никто сюда никакого корма не кидал, а? Вообще не вижу, как кидал я. Ну, а в воде сейчас. Все? Ну и все, устанавливаем. Пусть стоит и радует нас новый пойманным уловом. Ну, это вот так сейчас кинем. А? Не, пусть лиса съест. Здесь лиса ходит, гуляет. О, пусть замерзают. Пусть засыпают. Тоже вот крупный, отличный такой ротан. Ну как раз жаревой такой нормальный, да? Да, пойдет. Да. Ну что, последнее осталось? Крайнее. Ага. Во. Отлично. Отлично. Много не бери, а потихоньку загоняй ее. Во. Хоть поработаешь в деревне. Говори. Физически. Какое-то слово заветное, наверное, знает. Главное не навернуться. Во!
Она сама колет. Даже физически не надо. Ага. Во! Ничего, завтра ты это, не переживай, завтра будешь три все долбить. Да ёп. Ага. О, молодец. Аж слезы пошла. Во, потихоньку и пошел. Отлично. Прям вообще замечательно. Хорошо получается. Угу. Будешь сегодня спать ночью как младенец после физической работы. Конечно, бы еще бы подолбил бы метров два, метр двадцать. Или хотя бы метровый лед. Вот это да, вещь. Хочешь похудеть? Приезжай колоть лед ко мне. Во. Ага. Давай я поколю, давай. Давай, давай, я ее обколю по кругу. Сан Саныч, быстро учитесь вы. Стараемся. Ага. Ровней. Вот. Ты туда не кидай. Прямо кидай. Ну. Ты туда не ходи. Под ноги, ну не надо кидать. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Эй, гражданина. Ты сюда не ходи. Ты сюда ходи. Надо тебе побольше сделать, а шумовку. Да? Да? Совместить туда бульки. Ну все, достаем. Достаем. Я достаю из широких штанин. Да? Ну, подсекай. Давай, давай. Да ты. О, вот это подсек. Смотри, какой крупный, а. Вот он, здоровый. А, ну. По-моему, никто ничего не прикармливал, не кидал. Не, наверное, он очень вкусно что-то закинул, аж все сожрали. Да не говори. Леха, что ты там закинул вкусное? Вообще, сколько кидал всего, столько и осталось. Ну ладно, не суть в этом. То, что Леха кидал, все съели. Да. Фух. Слушай, на удочку полегче рыбачить. Ну а как? Без труда, как говорится. О, ты уже это все. Умеешь вытряхать. Так, копыта. Раз. Два. Синенка. Отбивная. Опа, чуть это наоборот не закинь. Ну слушай, ну пойдет, да, Саш? Нормально. Нормально. И крупный тоже есть, разный. Ну, надо спасть. Ага. Еще? Угу. Все, да, опускаем. Ну вот и все. Сан Саныч, как вам понравилось? Нет? Мордушки проверять? Нормально. Или лучше на удочку? Лед же обратно теперь надо складывать, нет? Да.
Ну давай. Ну что, все, собираемся, едем домой. Поехали, хватит на сегодня. Ты что такой красный? Стыдно мне, а? Стыдно, что пешнёй не умею долбить. Ничего, опыт, как импотенция придет с года. Да? Потом не буду красным. На этом мы свою рыбалку завершаем. По проверке мордушек завтра приедем в это же время примерно и тоже так же будем проверять. На этом всем спасибо, кто смотрел, большое, ставьте грозные лайки, ну а мы будем вас радовать новыми видимыми. Лайки ставьте, нам реально очень холодно, и подписывайтесь, ребята, это круто. Все, всем пока и до новой встречи. Ты будешь еще рыбачить? Нет. О, отлично. Отлично, прям. Хорошо в палатке, да? В палатке хорошо. Хорошо, когда все хорошо. Ну и что с ним делать теперь? Ну ты его кинь так. Да самой задницы, блин. Голодный, что ли. Такого нету. Ладно, это все мы оставим за кадром, как Сан Саныч. Я переиграл. Нормально.